сотрудничество. И считаем, что лучший путь – это не просто, так сказать, вот, высказывать критические замечания, но и принимать активное участие в том, чтобы помогать в устранении. Александр, первые шаги, которые будут комиссии сделаны, уже известны? Что-что? Первые шаги, которые будут предприняты? Вот первые шаги, мы, во-первых, это долго нам, в общем, рассказывать. Мы должны проанализировать ситуацию, мы должны посмотреть, каков статус, скажем, ведущих западных лабораторий. Надо проанализировать, насколько широко и глубоко вот эта проблема проникает, скажем, в детский, юношеский спорт, училище Олимпийского резерва, ШВСМ. То есть мы будем привлекать к работе этой комиссии, у нас будут секции, направления, будем привлекать и очень широкий круг общественности. Я уже разговаривал с директором, с олимпийским чемпионом из Краснодара, там, и так далее. То есть мы будем с ними советоваться обязательно.